Так, наши красные получаются, правильно? Так, ну я что-то уже у кого-то... Ой, блядь, здесь названия дебильные. Так, тебя вижу, к тебе прыгаю. Она сама запустилась почему-то. У меня пока все прогружается жестоко, да. Туда стоит. Так, мне пока надо настроить управление. Там зум, фигум. Так, зум, фигум настроил. Что еще здесь надо? А, дальность. Дальность до цели надо. Сейчас. Наземный персонал, да, мы бомбить мы ничего не будем, да? А он только с остановленным, да, двигателем? Все, меня перезаправили. Мне пока капи-капи орёт что-то запускаемся, да? Да, я уже завелся. О, я тебя не слышу. Ебать, я вообще звуков не слышу. Я тебя не слышу, как ты завелся. А это Сейчас слышал? слышу. А как гудишь, не слышу. Странно. Нормас, мне это нравится. Yes, we can hear you. Так, аккумулятор надо же включить. Вот так слышно? Да, сейчас слышно. Ну, это может я на малых оборотах, потому что... Ну, хотя все равно слышно должно быть. Ну, чуть-чуть трещит там у тебя что-то. Так, магнит я не включил. Может, ты громкость прибирал там в игре? Может быть, сейчас посмотрим. Так, слушай, ну чё, я открыл топливный кран, включил магнит 1 плюс, а вот бот оба. Насос топливный не включил.
Сейчас подключусь обратно. Перетащишь меня? У меня телефонный звонок сейчас Да, просто. давай, давай. Скоро, сейчас вернусь. Так, ну вот так оставлю тогда. А, это не то, это ты сделал. Так, ну вроде бы я все. Да, я здесь. Как у тебя там прогрелось уже все? Ну, к 40 подходит. Я думаю, можно рулить уже, только надо знать Да, куда. конечно, нам налево. Слева там взлетка. Давай за тобой. И 1000 лет, правда, на нем не залетал уже. Sorry to disturb a new test. Can you answer me, please? One, two, one, two, one, two. Видишь, да? Тебя вижу. Что ты сказал, я хз. Да, это я сказал чуваку там. Он там спрашивает, просто слышно меня, не слышно. 1-2, 1-2, да, ты ему сказал? Да, он настраивал, да. Настраивает громкость. Ну, а сказать раз-два, раз-два. Как слышишь меня, пиндос? Ёб твою мать. Чё-чё-чё? Да притормозил, а, блядь. Наклоняется. Да. Да-да-да. Я... Ну, вилять не виляю, боюсь, закрутит, а это... Тебя не увидел, притормозил, он клюнул. Давайте слева освободил место тебе. Угу. Давай сейчас сразу перед взлетом посмотрим, куда нам лететь. Что там делать. Вообще, я насколько помню, тут чисто по набережной большой движ происходит. Поэтому мы сейчас полетим чисто на восток. По набережной, а оттуда дойдем до такого залива, и от залива пойдем на юг, там цель как раз. Так, сейчас даже я останавливаюсь, мне просто в 10 точно не настроены. Так, где мы? Мы... Мы, короче... А мы вообще не отображаемся, да, Бузевиль, здесь? Да, а, Бузевиль, видишь? Красава. Нет? Сейчас квадрат скажу.
Да, вижу. Поменяю. Видишь, Пиздец. да? Вот, Да. да, вот здесь нахожусь. Бузивиль, блядь. А Тут, они бля, где? такие дурацкие названия, я Да, их не да, могу да, да, произнести да. там. Они в Сайн-Пери-де-Маунт, да? Монт, Мант, Монт. Ну, нет, там, короче, бывают враги, но нет, еще дальше. То есть там залив, который в Вишнграде, А. UY06, вот этот. Здесь. UI. Точнее, YV06. Ага. Город называется Оустримхам, блядь. Побережье, да? Ну да. Видишь три красных типа бункера? Первый бункер, Да, второй да, бункер, третий. Вот за да. третьим, короче. Еще дальше. Да. Хорошо, ладно, хер с ним. Я лечу куда ты, а Да, потом ты полетим там, скажешь. полетим, да. Найдем. До лета две у нас чик-чик, речушки. Ну, окей. Так, громкости добавил. Сейчас отретируем. Отремируем. Все. Ну давай, потихоньку катимся. Сразу Не полный катимся без газ. тормозов. Не... Да. Не полный газ, потихоньку добавляем. 45 у меня сейчас. 50. 55. Что-то его таскает в все стороны. Но я говорю, это не сравнить с этим. Да. БЗС там вообще, блядь, как по рельсам. Так, левый вираж маленький начинаю. Так, у нас что, 2746, да, это продолжительный? 46, да, 2700. Выставляю тоже. Вижу какой-то контакт, кстати, у нас на 12, видишь? Нет пока. Да вот прям на нас летит. Довольно близко уже. Вижу. Это, походу, наш какой-то. Да, это Thunderbolt, Тандербол, у него да. жирное тело. Так, ты у меня выпал куда-то. А, вижу. Я вот с ним Вижу, расскажу сейчас. вижу, ага, вижу. Слева, сзади. Радиаторы открою полностью. Ой, у меня не настроено что-то. Alt-S зажимаешь. Alt-A, Alt-S одновременно зажимаешь, левый Alt. А что, А, в они в автоматическом автомате режиме. потом? Нет, просто подержи, и сейчас оно полностью откроется. А потом нажимаешь A и S одновременно, и они оба потом в автомат станут. Когда у нас закрыть, собственно. Красиво идем. Кстати, прикинь, помнишь, я скриншоты делал, я их нихера не наделал. У меня А, отключен куда оверлей в идешь? игре был, оказывается. А какими делать это в игре самой? Скриншот, не помнишь? Сейчас, подожди, я F11, наверное. звук у себя убавлю. Чё, F11? Скриншот в игре самой делать. А, просто принтскрин я делал. Принтскрин? Да. А, ну, может быть, окей. Так, я тебя обгоняю, я пока не могу убавить. Давай, я правый фронт как бы стану. Включил колокольчик. А, нет, Сзади. кстати. Где он, блядь? Около радио частоты. Слева от нее. Power switch, да? Ну да, левую штучку вверх. Блин, ну тут как гораздо приятнее как-то лететь, да? Ну тут все приятнее на самом деле. Кроме виража у Мустанга. Поставил, короче, курсор, сейчас покрутиться с ним. Это ж пиздец какой-то. Вообще ничего невозможно сделать. Но это Там боты бот еще ас. могут быть. Да. Боты там Может. вот зверские. У них заоблачные эти перегрузки они выдерживают. Там я Ну тоже да. засекал. Так, нам дают курс на врага, восток, далеко. Ну, мы, в принципе, туда идем.
чуть больше угол набора, да? Повыше пойдем. Ой, ой, что у меня рут. Чё? Педали, блядь, отключились. А, все, подключились. Я включил автоматы радиаторов. Что-то переохладился уж. Так, три контакта вижу у нас на 12. Я не вижу. Низко-высоко. Чуть ниже нас. А, вижу стрельбу, слышишь? Вижу стрельбу слева. Видишь, вот эти стреляют корабли. Это наши да. корабли. Ага, они давай, заводи. Стреляют, значит. Давай, заводи ты, потому что я его не вижу. Я видел только, куда стреляли. Нет, те очень далеко, которых я точки вижу. Пара. Да, вижу, вижу, подсвет. Да, вижу, видишь? вижу. Его не вижу, вижу, куда стреляет. То же самое. Вижу его. Он левее этого всего. Понял, вижу его, подтверждаю. Даю полный газ. Давай. Я пока сверху у вас. Тебя пока не вижу. Пошел в пике на него, ты же видишь меня? Я вижу, что он дымит. Ага, ему... вот я на него иду. Ему звездарики, наверное. 109 это, вроде бы. Все, жду, пока ты из-под капота выйдешь, я над ним просто. Ага. А, вот тебя вижу. Ты в левый закладываешь. Да, сейчас на него выйду. Он вверх еле пошел. Живой, короче, походу. Надо убивать, наверное, все равно. Он уже вон, видишь, чуть ли не садится. У меня скорости дохуя не было. Что-то он взрывается у него там еще. Он упал. Хорошо. Да, он упал. Или сел. Ладно, пускай себе сидит. Похожу вверх. Я в левом также над его падением местом стою. Высоту не сливал. Сколько высота у тебя? У меня... Ого, за рудом. Да, я понимаю. Просто здесь одна маленькая на 1000, 10 000. 9 000. 9 000. Понял. Ну, я на 6. Поднимаюсь. Я также давай в левом пока. Так, а где ты видел свои три контакта? Ну, вот как мы летели, прямо по курсу они были, ну, далеко. Два там вроде парой была. Угу, понял. А меня ты, говоришь, видишь, да? Нет, не вижу сейчас. А, ну я вот между аэродромами, между этими двумя в левом стою. Так, 9,5 у меня. У меня 7. А, сейчас над аэродромом прохожу. Ну вот я тоже над одиночным. С одной полосой которой. И уже 8. Так, вижу тебя, наверное. Ты в правом? Ну да, стоял в правом. Все выровнялся. Сейчас опять в правый, да, заложил? Да. Вот сейчас к тебе подойду, вижу тебя. Я у тебя с, по правому крылу. Ага. Над морем сейчас чуть выше. Слушай, а радар нам на этого чувака наводку не давал. Угу. Все, я стал продолжительный режим, открою радики. Вот с тобой расходимся. Ага. Вижу тебя.
Но те две точки были вот в районе, где дымы с... А, вон, вроде есть там точки. Или это, может, дирижабли какие-то, я хер его знает. Парашюты могут быть. Но давно они уже висят. Ну вот пошли, на них курс, сейчас скажу. Понял. 120, наверное. Стал на 120, тебя не видно. Давай, я иду за тобой, сейчас буду. Много прибрал на дубик. Мне кажется, какая-то статичная хрень. Я вряд ли это, наверное, контакты. Так тебя не вижу. Подхожу, подхожу. Под крыло там загляни, сколько у тебя топлива на левом крыле. На правое 150. нужно. 150. На правое Да. пока переключился, то мне на правом больше. У меня тоже на правом 30, тоже переключился. Да, тупенько, конечно, что он не это, не сам не перекачивает. Все, я с тобой. Да, тебя вижу. Зазвенел ты у меня. Только что, кстати. Близко уже, да, совсем. Так, а где ты говоришь нам их искать, если что, над целями где-то, Ну, вот наверное, так вот, как какие-то? мы идем сейчас, да, вот этим курсом, а обычно тут война постоянно. Оттуда мы пойдем. О, кстати, вижу контакт. А ну, пойдем за мной. Тебя не вижу пока Направо. вправо. Я Вправо. выше справа Ага, тебя. вижу. Вывожу на него. Вон, видишь туча? Он Да. справа от тучи. Походу между тучей как раз и пролетает он сейчас. Перед тучей прям для нас. Довольно быстрый. Двигается влево. Видишь, да, его? Нет, пока на тебя смотрю. А, вижу, нихера себе. Далеко. И еще один от него. А, нет, это грязь на мониторе была. А какой там этот размах крыльев у этого, у Да мессера хер его знает, стрелять? я тоже об этом поставил. Я тридцатку выставил. 35 там где-то у него. Я помню, что у Фоки 37. А вот у Тридцать мессера пять? там чуть-чуть меньше, наверное, да? Ну, 35, похуй. Да там, блядь, этот гирокомпас мне все равно не помогает. Это прям если встать в за устоявшихся вираж, наверное, поможет. Ну да. Так, ну я левее чуть-чуть от тебя отхожу. Давай. Чтобы, Так, если ну, что. по курсу нам дают... Это Крачион, это враг. Ага, Нам дают понял. направление на него СЕ, а у него направление Е. Да, это он. Так, еще один Тоже. контакт у нас слева. Далеко. А, или... Да не, контакт, наверное, все-таки. Ты в левом фронте чуть ниже, да, идешь? Да. Я вот набираю чуть-чуть выше сейчас.
Давай тебя не вижу. Он же, по идее, тоже на нас инфу получил сейчас только что. Я Тебя не также вижу, где-то Димон. чуть-чуть выше поднялся. На 3 часа у тебя. Тебя вижу. А, вижу, все. Ну да, у меня зрение что-то пипец. Не в то с эту смотрю. Точку. Так, он вправо заложил. Да, и один контакт над морем есть у нас справа, слева, вернее. Давай Далеко. этого сначала проверим. Я прям что-то уверен, что враг, наверное. Да, я не знаю, включить гиро прицел или и тот, и тот. У меня и тот, и тот. Тот включу. Да-да-да. Причем дальность я всегда ставлю самую низкую, а потом уже настраиваюсь по мере я тоже, приближения. Да-да-да. А то хер пойми, где там этот прицел будет. Видишь, да, он правее пошел гораздо. Да-да-да, давайте. Я просто затем еще поглядываю. Давай. Он вроде далеко. Так уже поближе мы к нему. Я добавляю тягу полную. У меня наддув уже полный, 45 всего выдает. А, не, у меня 2700. Нормально. Может, у него вторая степень что-то тупит. Я ниже, слева, если что, буду крыть. У тебя вроде чисто. Если это мессер, будет с ним явно тяжко. По-любому вдвоем придется рубить его. На метаноле на своем, да? А тут у них нету его. Как это? Да, это 109. Тут отрезано, там я читал на сайте у них. У них нету. То есть лочить тоже можно всякую фигню. Так, мы в лоб с ним идем, он меня Я видит. Понял, да, поэтому я подальше от тебя отошел. Расходись, если что, закручивай. Стреляет. Ага. Не пошел, вверх потянул. Принял. Ко мне Бежу. Подходите. Устраивайся на него. Давай. Далеко, правда, бляха-муха. Стрелять, нет? Стреляй, конечно. О! Пацан вообще не ожидал их, походу. Да. Уже идет в пике. Дал полные все наддувы. Вишу пока на нем. Ты, может, Давай, если что, набирайся. Да я тоже за ним прям сижу. Но он будет съебывать сейчас. Как истинный рыцарь. Да, на фоне земли тоже нехило не видать. Я к нему подкрадываюсь снизу. С ним пока стою. Ты стрелял? Да, я по нему стреляю. Давай. Но он слил высоту, уходит. Я за ним пока не иду. Но я его здесь уже хер увижу, стопудово. Я прямо за ним сейчас. Понял. Смотри. Я над вами где-то. Сейчас буду стрелять скоро, посмотришь. Трассы увидишь. Большой зеленый лес у вас там есть день? Ну, впереди далеко у нас. Так, смотри, сейчас моя будет стрельба. Это далековато. Ладно, так, все, стреляю. Не вижу я вас, ни хрена. Давай ищи. Вы также идете тем же курсом, он или на он? Самый нуль Да, тем же. Он на самый нуль спускается уже.
Хера себе, я вас потерял. Пытаюсь идти тем же курсом. Вижу какой-то аэродром здесь заброшенный. Черный дым у него пошел, масляный, что ли? Так, у меня 6. Бля. Звонит. Не-не-не, ты там оставайся. А. Я пока вообще никого не вижу здесь. Блять, он меня на аэродром привел. Ага, вижу, зеленая стрельба у вас была? Да-да-да, это с аэродрома. Я сейчас сделаю ворот и отхожу. Отходи. Вот я и этот аэродром видел. А у меня тогда что звонит-то сзади, блять? Да, оно просто так звонит очень часто. Не, ну я вот, у меня бывало, что она вперед, ну, в смысле, когда ты... Он дымный, да? Да-да-да, он дымный. Он по тебе, он судя по на всему. На шести, терпи. Нормально пока. Прохожу я у вас слева, если что, пробую прокидывать. Да-да-да-да-да. Направо кручу, давай. Я у него на 6, остался он, остался пока с тобой. Вижу. Я подхожу к нему. Все, разошелся, увожу его снова. Он снова я у него на 6. Не заигрывайся, он на аэродром все приведет. Давай, долби его. От аэродрома проходим. Угу. Сейчас меня вывесит, сука. Денис. Убегаю. Давай. На аэродроме, кстати, стоят там еще бойцы. Только высоко не поднимайся, тут эти самые высотки. Вот вниз, да, бегу. Высотки опаснее этих. Somebody is close to Bozville. Perex, fly with fire. Так, он за мной. Да. Отводи его подальше куда-нибудь, оттащи его. Не... Ну, я попытаюсь. Давай. Сидит. Вижу. Я иду. Сейчас будет стрелять, блядь. Через право. Вниз. Я уже близко. Попал, блядь, несколько раз попал. Живи. С закрылками уворачивайся, да? Ну, он тоже с закрылками. Такая, сука. Пизданулся, из черной. Тяни его ниже, потому что... Да-да-да, еще ниже. Да я пытаюсь прокидывать его. Давай. Чтоб хоть как-то выжить. Так, все, он меня бросил. Сажусь на него. Давай. Я схожусь с ним сейчас. А, ну, блядь, все, у меня двигатель остановился. Ну, он молодец, хули. Так, он на тебя повернул? Mm-hmm. Или просто уворачивается? Заворачивается. Охеренно он, конечно, по скорости-то дает. У него набор вообще сложно с ним что-то сделать. Так, я сажусь на пол. Пизда. А у меня сейчас тоже зенитки заберут, судя по всему, да, блядь. Да не надо, не сливайся-то. Я забыл просто, блин, что там на аэродром. Ну, точнее, что я прохожу около него, блин. Да похеру, все равно вместе надо вылетать. Сказать, человек тоже порадуется, что он нас сделал. Пиздец, он закрылки выпускает, и все, и он... Ему насрать на мой вираж. Вот, попали по мне. Так, он уже не один здесь. Mm-hmm. Я не появляюсь, покажу тебе. Ты жди, потому что я на смерть иду. Вместе вылетим.
Слушай, у них там несколько на полосе стоят, и не знаю, статики это или... Я нулями сваливаю, я что-то их потерял. Их. Тебя не засчитали никого? О, бегол встала. Топливо, топливо. Короче, что-то я не вижу здесь ни моря, ни хрена. Через выбор роли просто повесить. Поднимусь сейчас. Оттуда каким нам на 270, да, уходить? Я не помню, да, наверное. Там просто вдоль моря идешь, идешь, идешь. Вообще, ну, ты можешь, кстати, знаешь, сесть сейчас на аэродром. Посмотри по F10. Опа, по мне какие-то высотки открылись. Походу. Бать, я вообще море не вижу, слушай. Оно у тебя должно быть на севере. Ну, я вот на север пытаюсь, да, лететь. Северо-запад лечу. А у тебя двигатель остановился? Нет, у меня топливо просто закончилось. А. Какие-то вот черные дымы у меня здесь есть. Я вот к ним подхожу. Конечно, баллистика здесь супер другая. Вообще все другое. По сравнению с Илом. Да, мне вроде как-то привычно, что ли. Попривычнее? Ну, вроде да. Короче, я на аэродроме, по названиям, сейчас скажу. Видишь, три аэродрома под вторым слева бункером. Когда карту откроешь, посмотри. Три каких еще раз?
Бункеры слева направо, второй слева. Вот. И три аэродрома под ним. То есть южнее, видишь? Там. Наверное. Ну, там один называется Крик Ювильд Эн Босин, потом Дукс, какой-то там еще Кордон Виль. Вот я на среднем, то есть Крин Девиль Эн Босин. Крик Бэсин, Ювильд. ага. Вот, я на нем, короче, можешь тут подлететь, перезарядиться. Если хочешь. Можешь заспавниться просто через выбор роли, да и вот. Как тебе больше хочется. Не, ну я хотел бы долететь, наверное, если Давай. получится топливо, не знаю, мне пятерка показывает. А, уже ноль показываю. Сейчас, через выбор роли придется. Тогда бы топливо побольше возьмем, брали 25. Надо взять, короче, 40. А те с аэродрома там видны какие вот эти пожары? Не, не видно. Просто вон, видишь, Да, какой-то вообще не аэродром. видно. Попробую туда долететь. А, и вот он аэродром, кто-то на полосе стоит. Давай туда посадим. Короче, Бенни Сирмер какой-то, блядь. Вот вроде туда я подхожу. Бенни Сюрмер, ага. Коалиция, красная коалиция. Так, слушай, он нас... Можно, да, садиться? Ну, судя по всему, да. Давай Тогда попробуем я сейчас. запускаюсь к себе, да. Но если я не ошибся, потому что вроде на море только вон смотрит. И там кто-то ремкается, стоит. Ты помнишь, в чем разница между положениями смеси? Вот есть ран, и есть еще одно, Не, которое я снизу. понял, да. Не знаю, я всегда в ране Оно вроде ходил. как форсаж какой-то там, вроде форсаж. Может, переобогащение какое-нибудь. Наверное. Какая посадочная-то? 120, по-моему, да? Ебать, у меня Ну да, скорость где-то до так. хера. Я бы на том месте этот Spitfire потрогал бы. Мне кажется, он вообще гораздо получше Мустанга. Да перенастраивать, учить, запускать. Мне кажется, там вообще все идентично. Не, там дебильная особенность. Есть какие-то две кнопки, что ты зажимаешь, нажимаешь. Слушай, ну он нормально так очень много пережил. Я не знаю, в него дохерище попал. И дым ему поставил, там и крыло ему разматывал. У меня вот что-то шасси даже. Скоблит, не вышло, что ли? Звонок на урок, блядь, заколебал. 1% у меня остался топла. Берем 40, да? Да. Я сейчас на низкой высоте просто пойду прям к тебе сразу. Так, да, меня ремонтируют. Ну, я Бенни Сирмер, короче, какой-то. Вот в нем я. Все, я взлетаю. Охереть, туда я хер дошел. До нашего аэродрома. Буззевиль какой-то. Hi, can somebody hear me? Ой, блядь, I'm что ты just так орешь, put что? again my simple radio. Я вас пока не вижу. Fantastic. I was with a and now I just resolved. Thank you very much. Fort Airfield. А здесь громкость уменьшишь, чтобы не орал на меня. Все, я взлетел, иду к тебе на запад. Ой, на восток, то есть. Громкость радио не знаешь, здесь уменьшается? Ну, наверное, через это, через громкость или через СРС-ку. А.
Так, я тоже вроде подвижу. А, нет. Не отремонтирован еще. А, ремонт, я же не запросил, ёпта. Запрашиваю ремонт. Тебе надо выключиться там, да? Да-да, все. 70 секунд. Будут ремолькать меня. Ну-ка, скажи что-нибудь в СРС-ку. Раз, два, три, там. Чек-чек. Еще раз. Говорил? One, two. Еще раз. One, two. One, two. Короче, вот аудио есть здесь. Сейчас чуть-чуть ее прибавлю. Так, твой аэродром, ты говоришь, смотрит на Море. Море, да? Угу. И он прямо... А, последний перед заливом, окей. Кстати, слушай, тут кто-то на инверсии идет. Охереть. Ну, удачи ему, чё. Так он реально на скорости, блядь, 16-го. Сорок секундов. Ага. Я думаю, я уже близко где-то. Же я как дурак летал, короче, хер знает куда. Обратно на наш этот аэродром летал. А, чтобы отремкаться? Ну да. Ангары у тебя есть там на аэродроме, да? Угу, до хрена угу. Вроде. Походу это он. Ну, раз, два, три, четыре, пять я вижу ангаров. Я на карте вижу там вообще, он там с раз, стороны. Два, три, да, с другой. Так, я вроде все. Все, поставили меня на место. Слетать буду от моря. Рулю, рулю туда. Я вот пролетел над каким-то аэродромом, но я не могу понять, это но он. Я прям по полосе сейчас иду, ты меня увидишь стопудово. По полосе? Да, ближе к морю. Вот, вижу тебя, дальше лети на запад, на восток. Ага. А, ну, вот, я вот теперь вижу твой аэродром, это был не последний. Залетаю, да? Да-да. Да, ты на полосе стоишь, да? Да, вот побежал. Давай. Что, хорошо, что ты выжил, конечно. Плохо, что мы его не ёбнули. Ну да. Да ничего. Radio checking. Loud and clear. Я с тобой.
Это желтый хвост, красный нос. Это ж... А, для шкурка у тебя стандартная, походу, как у меня. Вот, видишь, инверсия, о которой я говорил. Угу. Может, ДРЛО, блядь, местное. One, two, one, two. Так, вижу какие-то парашюты. Этот растормаживается, ты догоняешь, да? А, я у тебя, да, за тобой начинаю вилять. 2746 у меня. Тоже. Шасси убраны. Вроде бы, закрылки тоже. Так, два контакта. У меня на 11. Это три, три контакта. Это парашюты, которые я видел. Утверждаю. Утверждаю. А их сбивать нельзя здесь, да? Да нет, наверное. Я за тобой стал пока. Так, у нас вот контакт на 9. Угу. Тоже парашют. Вроде не нет. Вижу. Прям на да, береговой парашют, линии. Пошли, пошли, пошли. Угу. Поворачивай на него. Вот это уже вражеская сторона там. Угу. Может тоже парашют на самом деле. Че, из ботинков позбивали или что? Не знаю. Может это люди, когда прыгают, знаешь, у них оно остается. А где этот аэродром, с которым мы там, вокруг которого мы воевали? Он вон там, в глубине, направо, за парашюты туда. Mm-hmm. Причем такой хер заметный. Не желтый, а зеленый травяной. Мне кажется, тоже парашют, потому что он статично висит. Mm-hmm. С набором иду. Я у тебя в левом фланге. По тебе зеленое снизу, Банси. Все. Это с земли, короче, что-то. Mm-hmm. А там, кстати, забомбленная местность, видишь, какая-то. Там порт какой-то, и там очень-очень много разрывов от бомб. Угу, вижу. Чё-то вот оттуда бы тебе прилетело. Понял. Тебя не вижу я, ни хера. В левом, фронте идем. А, вижу. Доворачивай потихоньку направо на тебя. Пойдем на юг сейчас. Так, ну сейчас же я только что видел здесь какую-то хрень. Она исчезла, что ли? С тобой расхожусь на левом крыле у тебя сейчас. Тебя я вижу. Да вон она, ниже, короче, над рекой. Над морем, то есть. Парашютина? Парашют. Да, да. Но по нам высотки, кстати, работают, надо аккуратно. Куда мы, на юг идем, да? Вот на юге, далеко, среднее. Говорят, что под нами, короче, есть враг на нулях. Ага. Давай. Как мы нам его найти? Короче. А как ты понял, что говорят? Your position, да? Сейчас отошел на секунду. Да-да-да. Сейчас вернусь. Твою мать.
originally on route for Cardinville, I'm going to reroute to Bridgeville. Я на связи, сори, у меня тут звонили. Угу. Ты тут же? Я бегу к себе, я очень перегрел масло. Ага. У меня двигатель, походу, встает уже. А ты не нашел его, да, тут не видел? Не, я крутнулся, понял, что с двигателем что-то не то, глянул, у меня перегрев сумасшедший. Угу. Все, ну, двигатель ты встал. Ты на тот же аэродром, да, вот этот, который? Да все, двигатель встал, прыгай, наверное. Блин, не дотянешь, да? Mm-mm. Он все встал. Первый парашют мой. Блин, печально. Угу. Так, где ты говоришь, нам надо появляться-то? А посмотри, где я стою. Вот там же появись. Вообще можем пойти полетать на свистках. Тут как-то что-то медленно, ни хрена никого нету. Давай. Или тебя как вообще? Давай, давай. Тут маловато сейчас людей что-то. Мне вообще эта карта не нравится. Уебская. Все какое-то пестрое какое-то, блядь. Тормозящее. Я вышел, если что. Тоже. На дагфайт мы пойдем? Или что, без дуэлек сегодня? О, давай, можем подуэлиться пару раз. Давай, на этом. На хорнете попробую. А, хотя у меня тоже, наверное, не настроен сейчас. Хиромантия. Два человека, короче, дагфайт немецкий. Ага. Сейчас. Там Кавказ. Джаз, дагфайт, что-то Б2 какой-то там. Файт. Б2, да, вижу, три человека. Захожу. Оп, у меня игра крашнулась. Ты появился, ну, в смысле, подключился? Угу, да-да. Загружаюсь. Так, я появился... Нет, не появился. А, тебя вижу. Ты на сейчас линии 1-1, да? Это да, с каким-то чуваком. Сейчас выбор роли. Док какой-то. Все сменил. Да, давай поменяем другую позицию, чтобы вместе с тобой. Так, я за красных тогда. Угу. Во вторую вот эту арену. Ария 2, да? Да. Прям все крутится колесико, блядь. Все, я за синих стою. F16. Ну, у меня ты еще стоишь там же. Ожидание отклика, ожидание. Че за херня-то? Угу.
Арена 2. Угу. F18, да? Да. Сейчас только мне надо сначала с ним хотя бы чуть-чуть летануть. Настройки? Ни разу не дуэлился, да. Давай. Так это ты уже, да, напротив меня? Док пишет русский. У меня опять ожидание отрика пишу, да. Так, это ты появился вот, да, передо мной? Да хер, или да, не да. Ты? Что-то да? Мне пилим-пилим, но у меня все еще прогружается. Пока понял. Никого и ничего не вижу. О, блядь. Короче, у меня все стеклянное, все прозрачное. Сейчас я переспаунился. Ну, я ведь вижу там... Мы с тобой вот сошлись уже. Слушай, у меня не настроено ни херашеньки. Вообще ничего, да? Ну, настроит. Или там это долго? Недолго сейчас будем настраивать. Сейчас с этой, с релизной версии. Кстати, я, наверное, лучше с релизной зайду. Мне только-только начало прогружаться там кабина, все дела. Mm-hmm. Так только дисплей, видать. Как чат открыть? Ctrl-Enter пробую, Ctrl-Tab, что-то такое. Ctrl-Tab. Ты долго хочешь ответить? Блять, сука, что за херня? Сбил тебя? А? Сбил тебя? Не-не-не-не. Просто чат открыт, а у меня там, короче, зум сейчас настроен макросом, короче, то есть на вот этом ползунке, но это типа кнопки. Оно сидит как кнопки. Я смотрю, оно там печатает, отправляет. Там у меня просто, ну, Enter, типа, это как отдалиться назад, а типа, ну и зум там как приблизится эта звездочка. И оно типа там звездочку, а потом Enter отправило. Короче, пиздец. Ой, здесь на 52 даже можно погонять. Блять, что у меня с игрой? Это все висит. Тебе висело, когда ты зашел? Бывало. Колесико крутится и все. Так, я встаю на арену 2. Сейчас переспаунюсь. F18. Сейчас проверю здесь тоже настройки, если нет, это надо будет настраивать. Но я, по-моему, настраивал здесь. Давай, готов. Не, я... Ты появляйся, потому что я... Мне опять, видать, грузиться будет 3 часа. Херня какая-то. Никогда так не было. Что-то ветер боковой тут, что ли? Ну да. Офигеть, ладно. Тебя прогрузилось? Да, я тебя вижу, ты подо мной пролетаешь. Да, да, да. На меня стеклянное да. Просто все. В захвате уже. F-16. А ты сейчас настраиваешь или мы сейчас уже воюем? Нет, я пока прогружаюсь, у меня вот только-только колеса, шасси вижу. Ну, сквозь кабину. Ты только не сбивай, пока дай прогружусь. Да, понятно. Я направо отвернул от тебя.
А, ну вот здесь вроде настроено. Все, работаем. Да похеру, я могу он попускать. Но у меня этот. Я кабины не вижу, у меня пока кабины нету. А F1 нажми, Alt F1. От F2 я себя вижу. F1 я вот стеклянная, у меня все. А нажми Alt F1. А зачем? Ну, Alt F1, я, да. Вот я вижу вообще приборы, как этот. А, вот назад вернулся, нормально стало. Ага. Ну, давай переспавнимся. Давай, тогда. Да, давай. Так, прыгаю, да? Да. Индикатор становится выключить сразу. Так, К3. Так, файт. Так, выбор роли. Брифинг. Все, мы поехали. Да, давай, я уже лечу. Вижу. Ты мне почему-то не работает. Ну ладно, это хуй с ним. Радар не работает. Ловушки не настроил ни хера. Отлетали ловушки, сейчас не видел. Да, вылетело одно. Хорош. Брифинг. Старт. Полетел. Очень сильно у меня тупит, конечно. А чё оно так интересно? Может, у тебя SSD-шник перегружен есть. Всякой херней? Да нет, вроде. Третий режим. Як исчез, блядь. А, вот он. Блядь, нихера мы пережили. Ой-ой-ой, вот это у тебя углы атаки. Не-не-не. Не оно. Так, а как мне на пушку переключиться? А как у тебя там работает это? А, я понял, все, вспомнил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты всё прям что-то небезопасно стоял в виражике. Да я пытался что-то придумать. Но... У меня звук какой-то шик-шик-шик-ширпит. Стартую. Угу. Так, выпрыгнул. Бля, у меня, короче, еще кнопки все путаются в жесть. Со звуком какая-то херня, ну ладно, это все.
Бля, чуть не пустил, отвечаю, прям случайно. Она меня запищала тонко, я такой прям, оп! Пора. Да, я такой, блин. Сука, потерялся. Не, ну здесь я даже ловушки не стал стрелять, я... Кажется, совсем углы были не те. У меня была надежда. Сука, ебаное солнышко, что ли? Да. Ич! Есть контакт. Да, есть. Вроде живу еще, слушай. Да? А, не, наверное, не живу. Я не живу. Прыгнул. Опа, уснул. Вроде живешь еще. Ох, нихера себе. Да, я там вообще нихуя не видел. То есть ее вообще не видно, когда он пускает, конечно же, сумасшедший. Это дым, но мало дымность. Какое у тебя нахождение будет? Сейчас скорость скажешь? Интересно. Сейчас 650. У меня 680. Охереть. Блять, на шлемку не включил, сука, мудак. Да, по скорости, конечно, он бодро, блядь, ебашит. Ощущается, да, что он быстрее? Блять, поздно увидел, уже подзаснул. Поехал. Прыгаю. Поехал.
Вот я же тебе говорю, тогда мне в нем побольше нравится, потому что он более динамичный. Есть хотя бы какие-то варианты там. Но у твоего зато углы атаки хорошие. Можно там довернуть нос, сразу пустить что-то. Еще одна ушла. Блять, я не пойму здесь дальность до тебя. На индикации пуска? Угу. Сука, все на солнце ушли, блять. Да, а я так и задумал. На индикации пуска справа дальность, сразу же. Не, ну я сейчас уже увидел, очень плохо просто ее видно. На 27-м, конечно, лучше. А, очень далеко даже вообще не долетело. Ой, попало, не? Попало, видишь. Ну да, вот видишь, сложно, короче, ему очень. Ты с маркерами летаешь? Да, с маркером. Ха, ёб твою. А, ты рассчитывал? Я думаю, как ты, блядь, меня видишь-то, нахуй, я вообще не понимаю, я как бы уже подрастроился, блядь. Так, сейчас я на 2 минуты отошел там, сейчас вернусь, хорошо? Сейчас приду. Тут готов. Угу, поехали. Погнали. Altitude. Altitude.
А, ты от меня, что ли? А, не-не-не. Ни хрена, попало? Угу. Надо до ножку услышать. Поехал. Я уснул просто на вираже и нихуя уже не сделал. Поехал. Я думал, это пуск. А как ты одиночную откинул? А, у тебя есть там, да? Ну, у меня режим, да, типа, кидать вручную. То есть там в одну сторону качнул у тебя ловушки, ну эти, тепло, а в другую сторону качнул у тебя не тепло. Блядь, теряю я тебя, конечно. Ох, блядь. Пиздец. Вот, кстати, вот это вот мой минус. Малый бой на малой скорости — это вообще не обо мне. Ну, у меня тоже не особо рулится, кстати. У меня чётко рука. Ох, ёб твою мать! Это не я, это ты перетянул. Ага. Ну, попадание было до этого. Походу, пробила эту цель, целостность конструкции. Хера себе, я не знал, что такая херня есть. Поехал. Ой-ой-ой, не захотела тянуть, сука. Поехал. Угу.
Блять, почему-то не всегда встречается вертикальное сканирование, не понимаю почему. Ой, блядь, потух. Спайса. Ну? Я тебе один хуй не вижу, нихуя. Ну охуеть, конечно, он, блядь, обгоняет, ёбнешься. Ну да, это вот его сильная сторона, устоявшийся вираж. Это его сильная. Да это бред, ебать. Ну какой у тебя должен быть, блядь, перегруз, если ты стоишь моим же радиусом? Не очень понимаю, как ракеты здесь работают, блядь. То есть это вроде тепло идет на перерез, блядь. Поехал. Ты имеешь в виду, что оно сильно упреждает траекторию? Да, ну то есть у нее головка работает на тепло, я так понимаю. То есть ты, ну грубо говоря, она видит где тепло и идет на это тепло, а она идет на меня, как будто она. Не, мне она... кажется, там оно высчитывает вектором, как куда ей лететь. Она типа ориентируется от тепла, ну, то есть но это высчитывает, куда лететь. Не знаю. Почему нет? Потому ты что тупо, если ты поехал? Это тепло летело. Да, да, я у тебя вот сошлись только что. Тогда откуда у нее... Ну, окей, я не спорю. Мне просто кажется, это было бы логично, потому что если бы она чисто шла за теплом, ее бы там прокинуть вообще, ну, никакой проблемы не было бы. Ну, R77... R77 и так нет проблем прокинуть. Еще, кстати, я слышал, что в DCS вероятность попадания ракет урезана в 50% от жизни. То есть в жизни еще в 50% они чаще попадают. Блять, я ничего не понимаю, чем с радаром ебучим. Че там с радаром? Ну, я хочу вертикальное сканирование включить, оно не включается, блять. Только методом перебора. Thank you.
Ох, нихера, вот это угол. Это круто. Че ты в это телепортируешься? Пять серверов херово, да. А, ну ты, блядь, по маркерам и пуски мои видишь, ебать, тебе ну на да. дым до пизды, ёпта. Я не знаю, я играю там без маркеров, где их вот именно запрещают, а тут, ну, просто, типа, по тренингу сам Да я не против, ради бога, я... Можем просто выключить, чтобы как бы в одних условиях быть. Нет, здесь... Я ни на что не настаиваю, ни на чем. Вообще вопросов нет. Ай, блядь! Промазала! Охуеть. Она прошла у меня вдоль кабины, прям я видел. Блядь, лагает, сука. Сервак. Да, лагает, капец. Сальто, блядь, делаешь передо мной. Телепорты, блядь. Блять, моя на шлемка, я не понял нахуй. Я не могу понять, по мне что-то попадало, что ли? Да. У меня какой-то... А, а, ты попадал пушкой? Угу. А. У меня просто крен очень неприятный. Не могу понять, откуда. Куда. Ну, а 18-й даже где-то наполовину не может выпрыгнуть с той высоты.
Не выхожу, походу. Да, не выхожу. Прыгаю. Поехал. F14, говорят, вообще самый имбовый, да? Он я херу, херу, ничего не могу сказать, я на нем очень мало летал. И то так, чисто взлет-посадка на палубник. Не, я слышал только о нем, а то, что у него эти фениксы, ракеты. Это вообще они нереально крутые. Сейчас приду. Ты отошел? Я тут. Мы летим или что? Давай перелетим. Да, я там просто разговаривал параллельно. Не, я единственное, что слышал, что якобы был какой-то баг или не баг, что типа их не видно было на этом, на СПО. Когда, ну, она по тебе шла. Но вроде поправили. Есть попадание. А, ну ты не летишь, правильно? Не-не-не, там все. Ну да, у тебя, короче, вариант, что сразу развернуться на меня и дать пуски. Так, секунду, сейчас я на улице был. Че еще раз? Говорю, запускаем. Ага. Говорил, что у тебя хороший вариант, это вот первый разворот на меня, типа, и вот после него пуск. Но, блин, скорость, конечно, вообще ни о чем. На тепло оно такое себе, конечно, здесь. А у тебя есть, короче, этот показатель, куда, короче, стрелять, чтобы самая оптимальная траектория была? Ну, типа, да. У меня почему-то на тепловых ракетах такого нет. Нет, ну если я захватываю радаром, то у меня от радара эта херня идет. Ну вот у меня тоже вроде должна быть, но у меня ее нема. Все, пиздарики, блядь. Проебал. Чё это такое? Чё происходит? Кого? Что-то мне нету... Не ориентируется, короче, ракета. В чем, собственно, проблема? Ну, угол-то так нихуёвый, я не знаю, куда она тебе там сориентируется. Под крыло? Не, до этого там было нормально. Вот сейчас я нажимаю кнопку, но она где-то не происходит. Ну, ладно, окей. Ой, блядь, как лагает всё нахуй. Ага. Да. Давай, может, на тот, на дубёрный их попробуем. Вышел. Че со звуком, блять? Repeat. Так, меня слышно? Так, мы были на B2 какой-то, да? Вот тут есть тоже немецкий, там 4 человека вроде. Тоже Dogfight, да? Угу. Его не вижу пока. Ну, капсом он, я захожу. А, вот пятеро, ага. На вторую, да? А на вторую кто-то есть сейчас, F14 какой-то.
Какой-то здесь убирать, что-то здесь больше нет ничего. Ну давай третью станем. Там для зарегистрированных вроде бы. А, там 2 на 2 написано. Ну похер, пошли туда. Где еще? Вот один на один Helios какой-то, Helios. Видишь, а нет, вот Aria 3 only registered, и там вот да. Выбирай. Да. Я на синих. А, не, не могу встать, да, не дает. Меня тоже. Не выбирает. Давай, короче, тогда на вторую зайдем, там вроде за красных никого нет. Он сам с собой там летает, да, вроде? А. Вторая арена, да? Да-да-да. Давай я за синих тогда. Угу. За красных. Левый стартанул. Тоже мне тупит. Не дает что-то выбрать. Давай, выпрыгнул. А, типа там кто-то есть, что-то лишь не дает стать. Там чё? Чувак сам себе летает. Я говорю, мне не дает там появиться. Ага. Давай тогда в этот раздел смотрим. А вот есть мисс Милис и Ганс. Да, да, вот это давай. Готов. Тут могут быть другие люди еще. Да хуй с ним. Погнали. Мы тут дальше появляемся. Разно. Но мы не здесь типа просто воздушный бой, да? Ну да. Ебать, у меня здесь уже 4, блядь. Кого? Аимки. Девятки. А, вот да. Здесь, наверное, я летал как-то. Правда. Правда, на Су-27. Тебя захватил? Да. Так, ну я вижу двух контактов. Двух. Да, мне за спиной что-то кто-то 15-й светится. Но это может быть ВВО, скорее всего. Так, вот один свой у меня какой-то определяется. МиГ-29, наверное. Он справа, да, типа на радаре где-то? Угу, правее. Нихуя себе ты просвистел. Бля, тут еще этот миг, слышь, меня захватил. Сейчас я пущу по нему. Да, он по мне пустил. Кто из вас кто вы? Все, я попал по нему. Он сейчас опять появится, блядь. Он далеко появляется там. Блядь, да как так-то, сука? В лоб нахуй, ловушки отстреляны, блядь. Я очень с трудом понимаю логику этих ракет. Появился. Да, я когда всегда, когда вот по мне, вот, ну вот сейчас конкретно, я сразу уже убрал тягу и понял, пустил по тебе и сразу дал в сторону, и туда ловушки кинул, вот в ту сторону, которую дал. Mm-hmm. И, ну вот повезло, не попало. У нас ракеты-то одинаковые вроде. Я ж не говорю, что у тебя лучше, я говорю, что я не понимаю логику ракет, которые у меня.
Ну или у кого-то у тебя пускай. Но я вижу еще, ну, может быть, то, что маркеры еще подсказывают, хуй знает. Похуй. Так, я вижу, кстати, вас двоих. Ты пониже, да? Не сильно высоко идешь. Я хуй знает, я откуда знаю, где он идет. Не-не, ну, ты идешь высоко, нет? Не сильно высоко. Я кого-то держу, но вот. Это... Он, наверное. Ты сейчас не в локе? Ты не в локе? Нет. Принял. Пустил. Блять, по мне пошла. По мне попала. И моя попала. Это человек, походу. Ну да. Давай за синих зайду, будем его кошмарить, может он уйдет. Да пофиг. Ой, я кого-то пустил. По мне. Блять, блэкаут, все, я умру. Я там прям в землю шел. Ну, захват. Я живу? Захват точно слетел, блядь. Я живу, как это вообще? Ну, слушай, мне F-15 меня какой-то облучает. Так, по мне пуск. Причем радио, блядь. А ты зашел, наверное, в зону ППО. А, ну да. Блядь, второй твой напарник подходит. Сейчас по мне пустит. Блядь, у меня вообще не сбрасывается нихуя. Короче, надо учиться работать с радаром, блядь. Меня сбили. Появляюсь. Давай я за синих и зайду, блядь. Блин, мы вдвоем по разные Давай. Стороны, блядь. Сейчас может уйдет, когда будет пизделяться. Но на мираже, блядь. Ну, Мираж тоже имба, говорят. Ну да, нехерово, блядь, он разворачивается. Вообще не понимаю, кого я захватил, блядь. Так, я у тебя на 6, наверное. А он? Он был со мной тут, но я не понимаю даже, куда он делся. Нет, это вот мы с тобой сошлись. Ты на чем? На 18? Да, вот я у тебя слева сзади. Ты меня... Такого... Ты меня захватил. А, это я солнце захватил. Ну, он со спауна туда идет, наверное. Пошли посмотрим. А, вон вижу контакт на час. Да, контакт. Захватил этого. Вражину. Я от нулей разгоняюсь.
Сейчас дам пуск по нему. Пошла. Продублировал. Моя не попала? Моя попала. Угу. Да, он на мираже. Отворачивает него. Еще одна ракета осталась. Еще это, три. Кстати, не иксы у нас, это у нас какие-то ЛМ. Это не самые топовые ракеты еще. Так, сзади пуск, смотри. Угу. Не по мне. Ну или не пуск, ну что-то там, короче. Я вижу контакт, который появился вроде. Да-да-да, вон человек. А, нет, что-то упало, где-то взорвалось, что это было вообще. Он там не вышел из игры? Сейчас. Так, я захвачу мираж. Угу. А, М2, это он, я понял. А, ну я предполагаю, да, наверное, он. Со стороны моря он где-то держит. А, вижу его, вижу его, вижу его. Но он над большим аэродромом 15 тысяч. 15 тысяч высота? Да-да-да. 29 меня захватил. Пуск по нему. Я отбегаю. Попал. Нулями. Тоже отхожу. За бугорочками. У меня ракет больше нет. Так, по тебе. О, слушай, еще один. Да. Ой. Скажешь, если будешь в захвате? Да, в захвате. Не знаю, тебя или нет, тебя со мной стоит в 14 вроде бы. А, нет, это мираж. Бля, я подвис, жестко подвис. Я пытаюсь вас найти, поместь, я вас не вижу. Пуск. Инверсию ищи над вражеским спауном. Ну вот я ее вижу, вниз какая-то идет, но меня не захватывает нихуя. Меня захватывают. Я самый высокий, он прям подо мной. Все, меня разъебашили, блядь. Да учиться с радаром ебаным работать, конечно. Появляюсь. Ай. Во-первых, очень сложно понять, кто свой, кто чужой, блядь. Как у тебя устроена вообще система свой-чужой? По радару, типа, там написано? Ну там по одному радару смотришь одно, по другому другое. По крайней мере сейчас так. Либо он автоматически определяет, но это бывает уже поздно. Захватил в нулях какого-то противника, веду. Мы не в нулях, мы 14 тысяч. Охуеть. А зачем ты с ним? С миражом? Ну да. Наверное, еще круче, чем ты, крутится. Да не, вроде он даже убегать пытается теперь. Меня захватили, у меня на 6 кто-то есть, ухожу. Но я по кому-то пускатил, может быть сейчас прилетит. Так, вы крутитесь, да? Вас, наверное, вижу сейчас. А, я вообще пускал на максимальную дальность. Блять, неудобно мне, конечно, смотреть по этому определению. Последняя ракета осталась, блять.
Я уже на пушку сейчас тут рассчитываю. Не понимаю, где дальность до него. 26, 07. Что такое 07? Он на хуевой инверсии, блядь. А, или это вы на хуевой инверсии? Это я выскочил, да, только что. И он на инверсии. Нет, он еще нет. Вот, а, только, вот только что. У тебя сзади, у тебя сзади инверсия вражеская. Вижу, 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 вижу. Сбоку. Сейчас на нижнего захожу. Пустил, пустил по нему. Нижнего работай. Давай. По тебе, что ли, ушла? Нет, нет, ему навстречу перерез. Это мираж. И снизу мираж. Захватил не тебя? Нет, нет, нет. Понял, работай тогда, подхожу к нему с пушки. Давай. Тот выжил, блядь, походу. Угу. Нет, это 29-ка, похоже. А, нет, мираж. Работай по нему. Сука! Ну как так-то можно пролететь? И он сейчас меня расхуячит. Он вниз... А, он за мной пошел, я в захвате у него. Вниз за мной пойдет сейчас. Угу, угу. Выворачиваю. Выворачиваю на него. Смотри, сидит, 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 сидит. А он уже пустил, походу. Ничего не пускал, не-не-не. У меня не настроены эти. Сидит плотно. Убил. Блять, как я промазал по нему, пиздюк. Он сам виноват. Ну, прикольно, ладно. Но мираж прям имба, блять. Для я меня, по крайней мере. Ну, у меня с ним вообще сейчас нет проблем. Нормально стоял с ним. Угу. У него хорошие, я вижу, ножницы отличные вообще прям. А вот остальное я бы не сказал, что он какой-то. Двое, короче, тут у меня. Да, один плотный. Терпи. Бля, пиздец, какой плотный причем. Ай, попало. Пилота убило, нихера. Давай, появляйся, я только появился. Были ракеты. Ты что, блядь, не можешь определить свой чужой, что ли? Ну пиздец. Сзади тебя. Я. Ну я врага держу в одного. Угу. Не знаю, это сколько их. Он меня захват взял. Это я тебя взял, ты не обращай внимания. А, да, 16-й вижу. Вроде бы я сейчас вытащил тебя с захвата. А, вижу второго. Ты этого ведешь, да? Угу. Ну вот. Ты, который... ты под Аталинку видишь, не? Нет. Бля, а чё это меня разболтало так сильно? Чё за херня? Ебать, я хуй знает, куда он там идет, конечно. Это, скорее всего, бот. Он куда-то от меня уходит, пизду его бросаю. Справа, надо смотри, другого. Над аэродромом уже. Блять, сбрось ты ёбаный захват, дура, сука. Мираж, мираж убил. А он тебя, да? Ага. Ну, кто-то меня убил. Нет, я очень плохо что-то работаю с этими радарами, блядь. Так, ты на инверсии сейчас, нет? Сбили. Появляюсь.
Там двое над спамом у него сейчас. Мираж и еще кто-то. Вообще, а какой это радар ты используешь? Дальний, что ли? Да я разные использую, мне никакой не используется. Я вообще в радар сейчас не захожу, чисто на шлемником воюю, да и все. Ну, молодец. У меня просто, наверное, нету этих маркеров, чтобы на шлемником захватывать. Еще не понимаю, не летят все от меня, блядь. Красавчик, блядь. С ним разменялись, походу. Куда 29-й от нас на час? Как бы все нравится, но, блядь, это вот определение свой чужой жизнь, блядь. Сука, сбрось захват, ёб твою мать. Да, там, походу, 29-й или 27-й и Мираж. А как ты прямо перед собой на шлемке захватываешь? Так, ну, просто как обычно этим. Прицелюсь в него, и он захватывается. Так он прямо перед тобой он должен уэтывать. Ну да, ну, он захватывает тоже. Так, я налево переключаюсь. Блять, а оно свелось-то у меня, что я пустил? Нихуя не свелось, понятно. Понятно, блять. Бесполезно. Ну там 127 какой-то летит, и на него летит. Он какой-то странный, он что-то там хуйней занимается. Смотри, Мираж там уже вот именно воюет. Он меня сбил. Да, меня захват. Бью нахуй. О, я МиГ-29 подбил. Веду его. Его сбил. Еще один где-то был только что. Так, подожди, вижу, по-моему, еще одного. Там один на спауне у них. Да, держу его в локе. У тебя. Ну, тут следом за миражом он был. Вижу, он на меня вроде идет даже. Ну, кстати, маркера здесь вообще не на всю дистанцию. Вот этого издалека я сейчас вижу тоже по обычному. Только на 10 миль, когда они подходят. Вот сейчас я его начал видеть. Ну, я вообще не вижу. Но я ни на чего не намекаю и ни на что не настаиваю. Мне так просто интереснее разобраться будет.
29-й справа меня, слева от моря меня захватил. Ты пустил поэтому, не? Дублирую тогда еще одной. Твою мать, куда-то делся. А за мной мираж, что ли? Да, за мной идет ракета миража. Он живой, кстати, видишь, да, за мной он идет. Ты за ним вроде. Да я никого вас не вижу. Да ниже нос опусти. Так, низко внизу. Угу. Хорошо. Буду искать. Вы сейчас вообще близко вот визуально с ним. Он вверх потянул, смотри вот. Ну, я не понимаю просто, куда смотреть. Но он меня захватил, сейчас спустит. Еще одна. Живой? Нет. У тебя, ну вот визуально это было, как будто ты вот прям за ним идешь, как будто ты его видишь. Я его не вижу. Попал по нему. Блять, как-то тупо, я не понимаю, как работает это. Свой чужой здесь. Он сейчас определил. Очень долго, блять. Почему на Су-27-то я сразу вижу, блять, полоска одна или две? Ну, F-15 то же самое. Там вообще прям сразу же. Точно так же, две полоски, одна. Так, кого сбили? Ну, это упрощенка, я думаю. То я, наверное, сбил этого типа. А, не. Он живой еще. Я оттягиваюсь по нулям в нашу сторону, за мной там идет один. Так, вижу его, взял захват. А я прямо за тобой сейчас вынырну и пойду с тобой вместе. Я в захвате. Ой, у меня стал движок, да? Да. Все, у меня закончилась боеспособность. На нахуй. На нахуй меня тоже, блять. Вообще невидимые, конечно, ракеты. Красота. Эти 27-е сделаны, что их пустишь, такой шлейф белого дыма. Так, вижу его на радаре, взял. Левее, выше наберу сейчас. Мне не хочет определять, свой это, не свой. Да это чужой, там нет своих. Да я понимаю, но мы это мы здесь с тобой знаем. А потом, если где-то лететь, будет печаль. Вот у меня ТМС влево. Ну, проверка прошла, да, нет своих. Он на встречу со мной идет.
Первый пуск по нему дал. Не попало. По тебе пуск. Вижу. Спасибо. Оттянул на солнце его. У него на 6. Угу. По тебе еще один путь, что ли, я не пойму. Не-не-не, все нормально. Дымное прямо идет. Твоя попала, спасибо. Нет, это не моя была, кстати. А, ну. Моя, если только вторая. Хожу к своему спавну. Он уже появился, кстати. Угу. Да, он уже меня захватил. Видишь, пусть схожи. Бросил захват. Это по мне он по мне пустил, и я его убил. У него не попал. Он снова появился сразу же. Опять его убили, что ли? Ну да, вроде я попал по нему снова. Оттягиваюсь. У меня ракет уже нет. Тебя убили, нет? По нему, не-не-не, не меня. Его убили, вижу. А меня нет, я оттягиваюсь, это тоже. Сейчас, наверное, под тобой буду проходить скоро. А скорость, конечно, дикая вообще. 820, 850 постоянно. Я вот с тобой схожусь сейчас. С тобой, да, это было? Я не знаю. Не слышал. Ты не пускал только что? Mm-mm. Ловушку, точнее, не откидывал одну? Может быть. Вот это с тобой, значит. Так, у меня сейчас будет убивать. Вижу его, он у тебя. Видишь, да? Схожу с ним. Да, не попало. Пуск, 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 пуск. Да, я видел. Вернее, я видел, когда она уже мне въебала прилетела. Моя по нему не попала, да? Не. Мы в нем. Мы с ближним. В ближнем бою с ним сейчас. В том же месте. Пуск по мне. Попало. Так, я пока отошел. Ты не будешь там больше? Позже, может, буду, еще не знаю. Окей. Все, отошел. Давай, давай пока, ага, пока.
ёб твою мать.